Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Левшая у своей справе. Сегодня у Гомеля ушановывали уладальников звания «Человек года». Память с болем у сердца. Трагедию вёски Старый Доуск сегодня узгадывали у Рогачевском районе. Разняволивание деловой инициативы. Реализацию мер декрета номер 7 обмерковывали на сессии облсовета. А зараз об гэтым іншым больше подробязна. Галоўнае, что мы можем зрабіць, захаваць правду и не допустить паўтарэння страшнага мінулага. Об гэтым гаварыў прэзідэнт Беларусі на адкрыцці другой чаргі буйнейшага мемарыяла ў памяць об ахвярах нацызму часоў Вялікай айчыннай вайны. Цырымонія сёння прайшла ў Трасцянцы. Да месца правядзення мітынгу рэквіема лідары краін прайшлі праз сімвалічныя вагоны. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прэзідэнты Германіі і Аўстрыі, а таксама шматлікія замежныя госці, прадстаўнікі дзяржаўных і грамадскіх арганізацый з Аўстрыі, Германіі, Ізраіля, Польшчы і Чэхіі. Звяртаючыся да ўдзельнікаў мітынгу, Аляксандр Лукашэнка прапанаваў агульнымі намаганнямі стварыць глабальную электронную кнігу памяці Трасцянца. Призываю всех поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной книги памяти Трасцянца. Это сотни-сотни тысяч людей. Обращаюсь к родственникам погибших, ученым, всем, кто неравнодушен. Давайте вместе напишем историю судеб убитых и погребенных здесь людей. А сегодня давайте почтим их память минутой молчания. Яшчэ 3 гады таму на месцы самага буйнога лагера смерці ўсходняй Еўропы была ўзведзена брама памяці. Гэты велічны манумент – сімвалічны ўваход на тэрыторыю 4-га па велічыні лагера смерці ў Еўропе. Сёння ўжо можна ацаніць поўную карціну мемарыяла, гатовая другая чарга комплексу. Урочышча Благаўшчына – расстрэльнае месца тайнай паліцыі, аб якім мала хто ведаў. Зараз тут знаходзяцца мемарыяльныя могілкі. Сёння ў Гомелі працягнуліся ўрачыстасці, прымеркаваныя да галоўнага свята краіны. Адно з мерапрыемстваў па добрай традыцыі разгарнулася на алеі герояў, якая з'яўляецца сімвалам вялікага ратнага подзвігу савецкага народа. Гэтае памятнае месца сімвалізуе мужнасць і гераізм нашых землякоў, а таксама беражліва захоўвае велічную памяць аб воінах-вызваліцелях, чый лёс быў звязаны з Гомелем. Трагічныя факты нашай гісторыі не губляюць свайго значэння для кожнага новага пакалення. Мы адзначаем усе даты, звязаныя з вялікай айчыннай вайной, а дзень незалежнасці шануем асабліва. Ён аб'ядноўвае прадстаўнікоў усіх пакаленняў. Напярэдадні свята на алеі герояў сабраліся сотні людзей. Яны прыйшлі сюды, каб аддаць даніну памяці воінам, якія цаной свайго жыцця падарылі нам свабоду, незалежнасць і будучыню. На ўрачыстым мітынгу ветэраны, кіраўніцтва вобласці і горада, працоўных калектываў, праваслаўнай царквы, грамадскіх арганізацый і моладзь. Яны ўшанавалі памяць загінуўшых хвілінай маўчання, усклалі вянкі і кветкі да мемарыяла. Людзі, якія ў свой час самадана перадольвалі выпрабаванні ваеннага ліхалецця, прадэманстравалі сваім подзвігам, што ў беларускага народа заўсёды быў, ёсць і будзе запас трываласці. Шанаваць і захоўваць адваяваны такой дарагой цаной мір на нашай роднай беларускай зямлі наш святы абавязак. Живем уже 73 года без войны. Вот что самое главное. Вот что главное. Значит, победа. Люди мира, помните, какой ценой досталась эта победа. Пожалуйста, помните. Пожалуйста, помните. Сёння ў Гомелі адбыўся і ўрачысты сход, прысвечаны Дню Незалежнасці. У святочнай праграме канцэрт, прадстаўленне брэндаў раёнаў і ўручэнне дыпломаў «Чалавек года». Мерапрыемства наведалі нашы карэспандэнты.
Гэта было ўпершыню. Напередадні Дня Незалежнасці ў кожным раёне Гомельскай вобласці выбіралі свае брэнды. Даволі хутка высветлілася, прэтэндэнтаў на гэтае званне шмат. Падчас урачыстага сходу прадстаўнікі раёну расказваюць аб выніках. У Брагіне палічылі, што на станоўчы імідж рэгіёна паўплывае метэарыт, які захоўваецца ў мясцовым музеі. У Гомелі брэндамі назвалі палацава-паркавы ансамбль і эканамічны форум. У Будакашалёўскім раёне свістулькі, у Ельскім фестываль «Грай гармонік», у Добрускім беларускі фарфор. Жыхарам вобласці сапраўды ёсць чым ганарыцца. Прычым тычыцца гэта не толькі помнікаў і вырабаў. Бадай цэнтральная падзея урачыстага сходу – уручэнне дыплому «Чалавек года». По представлениям трудовых коллективов, районов, было очень много достойных кандидатур. Скажем, в номинации «Мастер» было заявлено почти 19 кандидатур. Поэтому каждый район, многие предприятия считают, что их руководитель, он же и лидер, и мастер. Сем номінацыі адпаведная колькасць пераможцаў, якія прадстаўляюць бадай усе сферы. Аператар машыннага даення, дырэктар прадпрыемства па рамонце і вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі, выхавацель дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці, навучэнка вучылішча алімпійскага рэзерву і кіраўнік дома будаўнічага камбіната. Сёння мы работаем в Гомелі, в Бабруйскі, в Мінскі, в Курскі, в Калугі. Ну, планы намечаны в Україні поработать і займаюся Прибалтикою. Спеціальна ўзнагарода аблвыканкама з 2009-го штогод уручаецца за заслугі ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці. За гэты час яе атрымалі больш як 60 жыхароў рэгіёна. Кожны з іх – прыклад добрасумленнага служэння айчыне. Намінацыя, у якой перамог начальнік управлення ўнутраных справ гомельскага аблвыканкама Уладзімір Захарчук, так, дарэчы, і называецца – «Служу айчыне». Ну, наверное, когда зрелость пришла, когда закончишь школу, вот тогда какие-то появились желания приносить пользу. И с того времени я ни одного дня не жалею, когда я заступил на служение Отечеству. И больше 36 лет отдал служение нашему родной Беларуси, нашему Отечеству. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». У рамках мерапрыемства, прымеркаваных да Дня Незалежнасці, сёння ў Рагачоўскім раёне адкрыўся яшчэ адзін помнік загінуўшым землякам. Камень памяці ўстанавілі ў вёсцы Стары Доўск, дзе ў 1943 годзе карнікі знішчылі каля 40 чалавек. З гісторыяй вёскі азнаёміўся Алекс Сінціроў. Вёска Старый Доўск па гістарычных мерках, хоць і маладая, першае пісьмовае ўзгадванне аб ёй адносіцца да 19-га стагоддзя, але ў свой час была даволі буйным сельскім населеным пунктам. Гэта зараз тут пражывае каля 180 чалавек, а да вялікай айчыннай у вёсцы налічылася больш як 470 жыхароў. Нехта з іх загінуў на фронте, некага ўгналі на працу ў Германію. Яшчэ 39 чалавек былі расстраляныя ў 43-м. Падчас вялікай айчыннай акупанты стварылі ў Старым Доўску лагер для ваеннапалонных. У лютым 43-га партызаны ліквідавалі нямецкіх вартаўнікоў і вызвалілі чырвонаармейцаў, а вось самім вяскоўцам пашанцавала менш. Праўда, з тым, што гэтая падзея адбылася менавіта ў лютым, згодныя не ўсе. Зараз гэты месяц называецца ва ўсіх афіцыйных дакументах, але па ўспамінах мясцовых жыхароў партызаны здзейснілі напад летам. Недзе праз дзень у вёсцы заявіліся карнікі. Спачатку яны мелі намер знішчыць усю вёску, але потым прынялі іншае рашэнне. За кожнага забітага падчас ліквідацыі лагера немца вырашылі расстраляць 10 чалавек. Гэта, дарэчы, таксама мае прынцыповае значэнне ва ўсіх гістарычных крыніцах. Зараз называецца іншая лічба – 16 загінуўшых. Ініцыятар адкрыцця помніка, цяпер масквіч, а некалі жыхар вёскі Валерый Драздоў, растлумачвае прычыну. Я пазнакомился с архівамі здесь, в Гомельском архіве. Здесь, пожалуйста, они дали, показали, дали, да, 39 человек, все подписано, печать стоит, все, так сказать, там не одним человеком подтверждено по акту. Когда мы сделали запрос, но там не было даты расстрела. И когда мы запросили дату запроса Центрального архива города Минска, те вообще прислали мифологию, даже не поинтересовались. Мы их предупредили, что существуют официальные документы, такие-то, такие-то. Они даже не поинтересовались. Взяли мифологию какого-то профессора, что он считает, что здесь расстреляли столько-то. Пятитонный камень памяти у Старым Доўску усталявалі каля дарогі. Памяць з болем у сэрцы. У 1943-м 39 беларусаў, дзеці, жанчыны, сталыя жыхары вёскі Стары Доўск былі расстраляныя нямецкімі захопнікамі. Шыльда з такімі словамі цяпер будзе ўзгадваць аб трагедыі вёскі. Сюды будуць прыносіць вянкі і кветкі,
причем не только по час официальных святов. Не глядя на то, что со дня трагедии прошло уже 75 годов, у вёсцы об ее памятают. Меж тем, у Рогачевском райвыконкаме не выключают возможности открытия на территории района новых помников, присвеченных подеям Великой Отчины. Во всяким выпадку пошуковая работа протягивается. Краеведческая работа у нас в районе, я считаю, ведется на должном уровне. Очень хорошо она поставлена музей краезнавства нашего отдела образования, также музей народной славы. Мы очень тесно сотрудничаем с 52-м поисковым батальоном, к которому подключились уже и энтузиасты из города Пензы. И вот буквально на днях мы будем передавать останки погибших бойцов родственникам из Пензы. Олег Сентеров, Евген Матейенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачевского района. Протягиваем выпуск. Декрет номер 7 об развитии предпринимательства уступил у силу каля 4 месяцев тому. Он повинен спрыять поляпшению бизнес-климату и, как следствие, з'явлению новых предпринимальников. Сегодня на сессии Гомельского областного совета депутатов разлежены меры по реализации декрета номер 7 у нашем регионе. Дмитрий Котов протягне. На Гомельщині традиційно шмат робиться для развития предпринимательства. Як подтверждение, наш регион признавался лепшим в Украине для ведения бизнеса у 2012, 2014 и 2016 годах. Декрет номер 7 сделал бизнес-климат еще более комфортным. Если говорить об уведомительном принципе начала осуществления деятельности, то достаточно обратиться в районный исполнительный комитет или городской исполнительный комитет с уведомлением о начале этой деятельности. И уже параллельно можно вести все работы по подтверждению своей спецификации, получению разрешения, если необходима лицензия, но зачастую лицензия для осуществления этих видов деятельности не нужна. Иншими словами, бизнес начинает працавать, а все документы можно рыхтовать параллельно за ажыццяўленнем предпринимательской деятельности. Таким чином, распачать свою справу можно на 3-4 месяца ранее, чем было догэтуль. У Гомельской области за час деяния декрета только по уведомляльным принципе зарегистрировалось 270 субъектов господарения. У основным это предпринимальники, которые ажыццяўляюць пассажирские перевозки, розничный гандаль и працуют у сферы послуг. Коли казать об мерах, которые принимались по реализации декрета номер 7, то у першую чергу это створение рабочей группы, у состав якой увайшли представники комитета экономики, управления гандлю и послуг, податковой инспекции. На протягу нескольких месяцев у разных городах в области проходили бизнес-семинары, которые наведали каля 400 человек. А кроме того, на официальном интернет-портале Абалвыканкама з'явились методичные рекомендации. Протягивая денежить рубрика «Аукционы по продаже нерухомости», якая регулярно обновляется. Конечно, есть проблемные места, но они все решены. Я могу сказать, что во всех министерствах созданы рабочие группы по подготовке новых нормативно-правовых актов. Если вы знаете, что в Гомельской области давно сложилась традиция, в состав Совета при президенте Республики, Совета по развитию предпринимательства при президенте Республики Беларусь, мы предлагаем включить субъекты, руководители субъектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. То есть работа ведется постоянная, кропотливая, и мы все время готовы выслушать любые предложения бизнеса для того, чтобы максимально учесть все имеющиеся недостатки. Усяго на сегодняшней сессии Гомельского областного совета депутатов было разглежено 17 питаний. У их лику связаны с державной майомостью и финансовой сферой. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». 30 червня знову можно будет звернуться с питаниями до представников улады. Завтра прямую линию проведет наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Привалов. Номер телефона 33 12 37. Так само на совесть выйдет наместник старшини гарвыканкама Сергей Андреев. Номер телефона 75 63 33. Прямые линии будут працевать с 9 до 12 годин. Гомельская область приняла делегацию Международного профсоюзного молодежного форума «Темп-2018». Первым пунктом их программы в нашем регионе стал визит на Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Профсоюзным активистам 10 краин показали вытворчесть и расповели про умовы працы коллективу. С подробязностями Ганна Каральчук. Можно смело заявить, что молодь – это основа коллектива Рогачевского молочно-консервового комбинату. Тут у руля стоят молодые кадры. Начальники вытворчества цехов и головный инженер починали свой працовный шлях на комбинате. Молодых специалистов притягивает репутация знакомитого белорусского бренда, а годный социальный пакет и разностайные преференции содействуют замацаванию кадров. Сирот таких мер – медицинское страхование и надбавки до заработной платы. Наш коллективный договор довольно объемный.
И на сегодняшний день я хочу сказать, что 67% – это дополнительные выплаты к основной заработной плате. У нас сегодня, в зависимости от того, сколько человек отработал в данном месяце, у нас есть определенный продовольственный, как у нас его называют, паёк для каждого работающего. Форум «Темп» отбылся в нашей країні уже у четвертый раз. А сёлета у ему першиню предугледзели региональный блок. На протягу 2 дней 3 группы по 70 замежных делегатов наведали 15 буйных белорусских предприемств, где вырабатывают продукцию сусветного значения. Активисты профсоюзного руху знакомились с работой первичок, льготами и гарантиями для молодых специалистов, системой наставництва, а так само питаннями повышения квалификации и перенавучания молоді. Уражение от такого обмена опытом самое лучшее. Этим утром мы посетили завод «Белшина», где выпускают шины от самых маленьких размеров до самых больших в мире. Меня очень поразила чистота на производстве. Очень чисто. У нас в стране есть похожее предприятие, но там не такие условия. Этот опыт я хочу привести во Вьетнам. А еще мне приятно отметить, что белорусы очень открытые и дружелюбные и делятся с нами информацией и своим опытом. Я впервые в таком предприятии, у нас нет таких больших заводов, и мне очень нравится и интересно смотреть процесс изготовления продуктов, которую люди едят не только в Беларусь, но и в Грузии. Мне нравится экология, у вас очень чистота, все зеленым и чистый воздух. Я с удовольствием бы приехала в следующий раз. Официальные мероприемства у рамках форума «Темп» проходили у Минску. Замежные делегаты ознакомились с особенностями працовных взаимоотношений и развитием социального партнерства в Беларуси. Особливый акцент – поддержке молодежи в працовных коллективах, развитию личбовой экономики и створению новых працовных мест. 30 червня удельники отправятся на столичный стадион «Динамо», где пройдет международный забег. 200 профсоюзных активистов из 16 стран света пробегут по стадионе разом с белорусскими спортсменами. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадо компания «Гомель» з Рогачова. До інших тем. У Гомелі відбулося урочисте відкриття шоурума «Авторська мода». У ім представлено жаноче одіння відомого білоруського дизайнера Людмили Лапкової. Для гостей мероприємства були організовані тематичні арт-пляцовки з уділом стилістів і візажистів, де можна було довідатися про останні тенденції фешн-індустрії. Під час відкриття шоурума відбувся модний показ колекції «Весна-лето 2018» від дизайнера Людмили Лапкової. Гомельчанам представили самые запотребованные у этом сезоне коляровые рашенни. Смелые лимонно-желтые луки и позитивные ярко-блакитные, а так само белые с неповторным авторским принтом. Людмила Лапкова – ведомый модный дизайнер, чье имя уже стало своеобразным национальным брендом не только у нашей краине, але и за межой. Ее важным достижением является распроцовка парадно-выходной формы для спортсменов на зимовых олимпийских гульнях у Пхёнчхане. Зараз дизайнер где перемовы на контработы на еврогульнях. У Гомелі Людмила Лапкова пропонує широкий ассортимент модного жаночего одення, якое не сустрэнеш у масс-маркете. Что месяц коллекция шоурума будет пополняться новыми моделями, а опытные консультанты допомогут створить своим клиенткам неповторный образ. В принципе, основная концепция работы шоурумов непосредственно в том, чтобы подходить к клиенту с точки зрения стилиста, то есть получить комплект и получить консультацию специалиста, который точно подберет ваш имидж, образ и поможет выбрать нужные вещи. Мы работаем много лет и прекрасно знаем, что нужно белорусским женщинам. Надеюсь, что гомельчанки тоже порадуются тому, что мы предлагаем, и станут яркими и красивыми. На завтра у регіоні обвещений оранжевий узровень небезпеки. У день на большей части территории Гомельской области чекаются мощные и протяглые дожди. Порывы ветру могут достигать 15-20 метров за секунду. МНС просит громадян быть осторожными и уличивать умовы надворья при плановании поездок. Згодно с прогнозами синоптиков, дожди и навальницы протримаются у регіоні до середины наступного тыдня. Гэта так само іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте у інтэрнэце по адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры «Дэфакты» і спартыўны агляд, а я з вами развітваюся. Плённага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры.
В эфире телеканала «Беларусь-4» «Де-факто», в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В течение этих суток сотрудники госавтоинспекции Гомельской области проводят массированную отработку автомобильной дороги М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин. Наряды ДПС выставлены в местах, имеющих повышенную вероятность ДТП. Сотрудники госавтоинспекции используют гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением требований ПДД всеми участниками дорожного движения. Между тем, в госавтоинспекции региона проанализировали проведенную отработку трассы М-8, граница Российской Федерации, Витебск-Гомель, граница Украины. Особое внимание обращалось на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как превышение скоростных режимов, выявление нетрезвых водителей, а также водителей, управляющих транспортными средствами, не имеющих права управления. Сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 144 нарушения правил дорожного движения. Из них 102 нарушения правил дорожного движения, превышение скоростных режимов. Один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. И 7 водителей привлечено к административной ответственности за управление транспортным средством, не имеющим права управления. За прошедшие сутки на дорогах региона в целом сотрудники ГАИ выявили 653 нарушения правил дорожного движения. 7 водителей, 12 пешеходов находились в состоянии алкогольного опьянения. 24 водителя сели за руль, не имея права управления. 181 автомобилист нарушил скоростной режим. За прошедшие сутки на территории Гомельской области сотрудниками госавтоинспекции было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. Хотели отметить спортивную победу, а попали под статью. По факту хулиганства подростка в Жлобине возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, которая вменяется несовершеннолетним, предусматривает максимальное наказание – лишение свободы от года до 6 лет. Жители Жлобина отмечали победу на соревнованиях в местном парке отдыха. Решили продемонстрировать хорошую физподготовку, вырывая деревянные скамьи с чугунными основаниями из земли. Итог хулиганских действий – повреждены чугунные урны, скамьи. Одну из них пришлось доставать из близлежащего водоема. В Гомеле в суде Центрального района рассмотрели уголовное дело о применении принудительных мер безопасности и лечения для 22-летнего парня. Гомельчанин был фигурантом уголовного дела по статье 328 «Незаконное приобретение и хранение наркотика». Но у парня были не только проблемы с законом. Увлечение марихуаной стоило ему и психического здоровья в суде. Эксперт подтвердил, что обвиняемый болен. Постановлением суда в соответствии с пунктом 2 статьи 101 Уголовного кодекса назначены принудительные меры безопасности и лечения в виде лечения в психиатрической стационаре с обычным наблюдением. Производство по уголовному делу приостановлено в отношении гомельчанина до его выздоровления после применения к нему принудительных мер безопасности и лечения. В настоящий момент постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Гомельский областной суд по апелляционном порядке. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский «Металлург» продолжает подготовку к новому хоккейному сезону и укрепляет свои ряды. Новые контракты с клубом подписали два форварда – Павел Степанов и Алексей Кувека. В минувшем игровом году Павел Степанов в 38 матчах за «Столиваров» набрал 12 очков. У Алексея Кувека в 44 встречах 22 результативных балла. Завтра в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу состоятся поединки 13-го тура. Мозырская «Славия» на выезде встретится с «Лидой». Житковичский «ЮАЗ» дома играет со «Слонимом» 2017. Гомельский «Локомотив» в Бобруйске попытается взять очки в поединке с одним из лидеров чемпионата «Белшиной». Светлогорский «Химик» наведается в гости к футбольному клубу «Барановичи». Заслуженный тренер Беларуси Николай Старченко отмечает 85-летие. Юбиляра поздравили в областном управлении спорта и туризма. Николай Григорьевич после окончания Гомельского пединститута имени Чкалова, сейчас это ГГУ имени Франциска Скорины, начал работу в школе. Сначала в 16-й, где даже не было спортивного зала. Однако вскоре, благодаря тренерскому таланту, школа попала в число лучших в Советском Союзе по физической подготовке учащихся. После Николай Григорьевич работал в 26-й
что и 54-й школах Гомеля. И всегда ставил перед собой только самые высокие цели. Среди его учеников чемпионы мира и участники Олимпийских игр. Поздравить юбиляра пришли коллеги, друзья и, конечно же, бывшие ученики. Многие из них связали свою жизнь со спортом. Несмотря на свои 85, Николай Григорьевич сохраняет бодрость и ведет активный образ жизни. Надо все жить и верить. Надо жить, а не существовать. И радоваться всему тому, что у тебя есть. Потому что зависть – это самый большой грех, самое большое зло. Дерзайте! На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».